Именно солдату, главному герою Великой Отечественной, посвящены лучшие военные стихи. Среди них, может быть, самое пронзительное принадлежит танкисту, дважды горевшему в подбитом танке, человеку большого дарования и удивительной выдержки. Его имя Сергей Орлов. Он читает стихотворение «Его зарыли в шар земной». Сергей Орлов. Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат. Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. Ему, как мавзолей, земля на миллион веков, и млечные пути пылят вокруг него с боков, на рыжих скатах тучи спят, метелицы метут, грома тяжелые гремят, ветра разбег берут. Давным-давно окончен бой, руками всех друзей положен парень в шар земной, как будто в мавзолей.